Разгромив Ливию, Запад открыл дверь в преисподнюю. Ливия, между прочим, отказалась от производства ядерного оружия, оружия массового поражения, под гарантией лояльности по отношению к ней. Мы подошли давно к такому этапу, когда, в общем-то, при наличии средств сделать атомную бомбу несложно. Это не делалось потому, что вот договор о нераспространении ядерного оружия, он предполагал, что великие державы принимают на себя обязательства по уважению и гарантию суверенитета малых стран. И таким образом ядерное оружие, как бы можно было от него отказаться, люди знали, нас не тронут, ну а покорять мир нам все равно не по силам. Вот когда это вето было нарушено, они, по сути дела, дали сигнал всем. Ваш единственный шанс отстоять свой суверенитет – иметь атомное оружие. Потому что, да, там, если КНДР вступит в ядерную войну, она ее проиграет. Но, во-первых, очень плохо придется тем, кто ее победит. А во-вторых, при типе ее политической культуры, они еще с радостью пойдут на смерть, зная о том, что они… Или там какой-нибудь исламистский режим. Зная о том, что вот шайтану Америки нанесен такой удар.